Я задал своим птичкам вопрос, амиго, и в ответ мне донеслось имя Блейк Декстер. Один из тузов на рынке оружия недавно очень интересовался твоей девочкой. Этот самый Декстер живет на последнем этаже отеля «Терминус», и его отморозки никого туда не пускают. Но человек твоих талантов наверняка найдет пару способов туда проникнуть. Счастливой охоты! Данные птахи всегда точны. Блейк Декстер, торговец оружием со Среднего Запада, разыскивает Викторию в Чикаго. Но агентство не делится своими секретами с посторонними. Очевидно, кто-то слил информацию. Но кто? Доверять нельзя никому. Я точно знаю одно: девочка невиновна. Я проникну в номер Блейка Декстера в отеле «Терминус» и узнаю правду. Затем я решу, что с ним делать. Как она? Ты вообще слушаешь? Да мне насрать. Знаешь, есть два типа людей. Женского пола и говнюки. Нетрудно догадаться, какому типу принадлежишь ты, засранец. Шикарная тёлка. Да будь статья вот за ублюдочность, если тебя я был, бы кастрировали публично, Саша, если бы отыскали твои яйца. А потом провезли бы их по городу, как труп какого-нибудь восточного диктатора. Ты ничтожество! Что ты в импотенте? Да ты! Ты не знаешь, как обращаться с жизнью. Восьмой этаж. И с ним целая банда бритых горилл. Настоящая банда. У тебя тут, считай, курорт, чувак. К этому надо привыкнуть. Может занять время.
Но мы же можем поменяться, так? Правда? Ух ты! Здорово! Ты лучший приятель. Ты можешь это как-нибудь компенсировать. Хочешь мои билеты на первый ряд? Вообще-то я имел в виду кофе и пончик. Не твои, Джек. Скользнуть в номер 899 будет непросто. Но еще хуже. У Декстера серьезная охрана, которая не будет, подчеркну, не будет церемониться с нарушителями. Возможно, стоит спуститься ниже и поискать более эффективный способ. Боже, да кому я рассказываю? Ты же профессионал. Небось, все уже продумал, да? Лучше убивать. На лестничной клетке все в порядке? Все. На лестничной клетке все в порядке? Все наглухо закрыто. Мимо нас к мистеру Декстеру никто не пройдет. Хорошо. И никаких инцидентов, ясно? Хочу, чтобы операция прошла тихо и спокойно. Не бить, не драться. Горничных не тракать. Это я тебе. Эй. Ладно, ладно. Да. Просто держи член. Что, уже все? Привет, как дела? Погоди, ты что, рехнулся? У меня все хорошо, спасибо. А у тебя? Эй, правила вежливости отменили, что ли? Какие у вас пальчики, какой подъем. Очень, очень милый. Я бы сказал, одни из самых лучших, которые я когда-либо видел. Ой, как-то это странно. Спасибо. Да не за что. Я никогда не вру. Правда? Кредо продавца обуви? Так мило. Обязан. Я столько в это вкладываю, а тебе все безразлично. Мне просто нужно время. Я дала тебе. Да я просто говорю, я его видел в деле. Последний, с кем он дрался, сейчас инвалид. Когда Санчес, этот мексиканский громила, чует кровь, его не остановить. Эй, как дела? Чёртово радио! Кто это сделал? Купить на себя чёртовы наушники! Тебе конец, детский говорящий.
Господи Иисусе! Блин, ты стучать не пробовал? Молодец, Санчес. Кто это, коп или частный детектив? Ядрить меня нежно. Какого хрена? Это не частный детектив! Это гребаный призрак, легенда! Это чертов агент 47! Агент 47? Охренеть! Блин, ты о чем вообще? Детка, это вообще все нахрен меняет? Это меняет все? Ха-ха! И за каким хреном он нам нужен? Тук-тук, уборка! Удачно! Что ты делаешь? Буэнос диэс, Пепита. Здрасте. Да, у нас тут легкий беспорядок. Может, да, уйдет, там приберешься. Было бы неплохо. Сейчас. Наконец-то. Хорошо. Заходи, милая. О, боже мой. А, черт. Ты гребаное животное. Господи. Мне нравится готичная девочка. Знаешь... Я бы с наслаждением прикончил тебя прямо здесь и сейчас. Убить самого агента 47, да, но... Видишь ли, это сейчас не в моих интересах. Так что... О, Господи. Господи. Ты поступил очень плохо. Ну вот, теперь убийцу искать не буду, да? Киллера. Я вообще-то не люблю драть глотку, но это, мать вашу, просто... Е-о! Праздник какой-то! Попробуй. Хотя... Если подумать... Спи, моя радость, усни. Блейк, а может не надо? Это плохой план. Thank you.
Да ладно, милая. Давай по коням и пошустрее. Адиос. Откройте, полиция!